34 вопроса вынесли сегодня на очередное заседание законодательного собрания Ямала. В актуальной повестке бюджет и его основные статьи. Напомним, в год дорог, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, солидные средства выделены на содержание транспортных артерий – более 7 миллиардов рублей. Сохранены все социальные обязательства. Существующий профицит позволил скорректировать расходы в 2020 году, в частности, меры поддержки предпринимателей. Третий пакет сегодня утвердили законодатели. Также парламентарии рассмотрели инициативу по поддержке многодетных семей. Заседание прошло в режиме онлайн. Выходили мы с предложением поддержки вопроса о том, чтобы детей в многодетных семьях, они сегодня до 12 лет имеют право выехать за пределы, так скажем, на отдых. Мы предложили, что многодетные семьи могли бы и детей до 18 лет. Поддержала, я хочу отметить, что Министерство труда и социальной защиты поддержало Министерство сельского хозяйства.